Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Генеральная прокуратура Германии расследует диверсию на немецком газопроводе. Немецкий новостной портал SHZ сегодня сообщил о том, что Генеральная прокуратура Германии занялась расследованием диверсии на немецком газопроводе, расположенном на севере страны вблизи газового терминала Брунсбюттель. В марте этого года канцлер Шольц принял участие в торжественной церемонии приемки в эксплуатацию нового регазифицированного СПГ-терминала Эльбехафен в городе Брунсбюттель. 9 мая этого года указанный терминал принял первую партию сжиженного газа, который был доставлен с американского завода по сжижению газа Cove Point LNG. Газовый терминал в Брунсбюттеле стал третьим по счету терминалом для получения сжиженного газа, который в рекордные сроки был построен на территории Германии ради избавления немецких потребителей от дешевого российского трубопроводного газа. Указанный выше газовый терминал немецкие власти планировали до конца текущего года соединить с магистральным газопроводом, расположенным вблизи населенного пункта Хетлинген. Длина газопровода должна была составить 55 километров. Строительным работам с самого начала начали активно мешать экологические активисты, которые не позволили строительным компаниям сдать объект в срок. Позднее выяснилось, что сдаче газопровода в эксплуатацию помешали обнаруженные оператором множественные отверстия в нем диаметром в 1 см. Расследованием инцидента с конца ноября занялась уголовная полиция, которая не смогла выйти на след преступника. После этого дело перенаправили в Генеральную прокуратуру, которая переквалифицировала содеянное на акт антиконституционного саботажа. До завершения расследования никакие строительные работы на газопроводе проводиться не будут. Само расследование может растянуться во времени на неопределенный срок, несмотря на то, что новый газопровод считается объектом критической инфраструктуры. Немецкие власти хотят досконально разобраться в ситуации и выйти на преступника, опасаясь аналогичных диверсий на других немецких газопроводах. Немецкие эксперты при этом сомневаются в том, что следователи сумеют напасть на чей-то след, помянутой о том, что ранее они так и не смогли установить причастных к диверсиям на северных потоках.